Всем привет, друзья, с вами Вест, и я продолжаю выживать в игре Bellwright. Это уже третий день, все еще третий день. Напомню, что в прошлой серии я взял квест на то, чтобы принести жителю деревни коноплю, шалфей и лен. Все это у меня есть в моем лагере, но я не хочу сейчас тратить свои ресурсы, которые я собрал, так как они вполне возможно пригодятся мне в будущем для крафтов. А сейчас я хочу сбегать, вот полянка у меня открыта, на которой все есть. Поэтому я выдвигаюсь в путь, а вам желаю приятного просмотра. Так, все я нашел, все, что нужно было по квесту, и, наверное, сейчас отправлюсь к себе в палатку, чтобы поспать, потому что уже темнеет и вообще нифига не видно. Так, здесь я вроде бы ничего не оставлял, но я могу... А, кусок сырого мяса, отлично. Кстати, а давайте сбегаем, проверим нашу ловушку. И, наверное, дадим задание на исследование нашему поселенцу первому. Так, а в ловушке... Ага, есть что-то, отлично. Есть и... А, все, она сломалась. То есть, получается, у них есть какая-то прочность. Так, а что нам там нужно исследовать сейчас? Я вроде бы хотел открыть склад, да? Так, для склада нам надо 5 бревен. А, так, здесь пока сделаем вот так вот. Сундук... Все, вот так вот, да, отлично, освободили чуть-чуть инвентарь, и давайте, наверное, сбегаем, пока нарубим бревен, чтобы смогли изучить склад, изучить и построить его. Так, ну, я думаю, где-то вот здесь вот можно, в принципе. Сносим последнее бревно и ждем, когда закончится исследование склада. Пока наш поддаван будет это все изучать, я хочу сейчас сбегать обратно в город и сдать квест, который у меня вот сейчас висит. Отлично, склад у нас исследовался.
Тогда сейчас сдаю квест, возвращаюсь обратно в свой лагерь и будем приступать к его строительству. И я думаю, в этой серии мы как раз-таки его и построим, потому что, насколько я понял, все твои жители будут брать все необходимые им ресурсы именно со склада. Не сильно хочется каждый раз бегать и закидывать им все необходимое в инвентарь. А так просто получается, собрал ресурсы, закинул на склад, а они уже там берут то, что им нужно. Так, а где этот цель задания? Вот. Work peasants, there's no time to lose. Стой. Yes. Так, по You поводу find трав, them. которые вы хотели. Я собрал все травы, которые ты перечислил. Надеюсь, они тебе Brilliant. помогут. Best get to work. Here, take this for your troubles. If I get А better, I'll если не build you станет anything лучше, you я want free of charge. построю вам все, что вы захотите бесплатно. Выбирай, что хочешь. Так, сбор урожая или земледелие? Ну, давайте земледелие возьмем. Так, и здесь где-то еще бегает с How's our new квестом Handanian doing? Any NPC. progress in your search? Так. I presume you're going to stay in the lowlands for a while, so I think you should work on your camp. It's your home sweet home after all. And your place to protect yourself and plan your next moves, if that kind of thing matters to you. Hire some people. You don't want to keep living in that uncomfortable shack, do you? I heard Elder from Padstow has a problem with bandits. It's an opportunity to meet some of the villagers there and gain their Even if you don't find the answers there, you'll at least gain some funds. And by the gods, be careful when showing off that sigil. You might run into someone willing to kill to protect its secrets. Так, квестик нанять еще одного поселенца, но пока, наверное, нужно заняться складом. И я вот подумал, наверное, нужно искать ресурсы на лук. Сначала его изучить, а затем скрафтить. Поэтому давайте возвращаться в лагерь и приступать к строительству склада. Так, ну я тут по дороге кое-какие ресурсы еще пособирал. Я надеюсь, нам хватит на то, чтобы сделать склад. Так, где мы его разместим? А давайте, наверное, рядом со своей палаткой. Вот как-то вот так вот. И что нам нужно на него? Так. Лен, бревно и 10 древесины. Так, в принципе, можно вот это вот все, лен и древесину, я думаю, забрать вот отсюда. А, тут даже он что-то еще таскает. Так, давайте, наверное, скинем ему еще немного еды. Вот это вот. В принципе, я думаю, все. И отправим тебя. Строительство убираем, чтобы он не рубал то, что не надо. А, доставка тоже. Ну, чисто будет приготовление пищи, изготовление. Давайте на двоечку. То есть исследование и изготовление. Все. А мы пока пойдем искать бревна и древесину. Huh.
Ну отлично, я раздобыл все необходимые ресурсы для того, чтобы сделать склад. И давайте сейчас его построим. Так. Интересно, сколько он вмещает ячеек в себя? Так, где-то что-то еще забыл, пропустил, да? О, отлично. Так, склад. Давайте, наверное, это будет чисто под ресурсы, или, блин, или пока, или пока сделать, чтобы он был под все. Давайте, наверное, пусть будет под все, а потом уже сделаем еще несколько складов и будем сделаем такое некое разделение. Так, что нам дальше, что дальше, что я еще хотел? А, я хотел еще скрафтить, вернее, исследовать и скрафтить лук. А что нам на него надо? Так, лук, лук, лук. Так, речной тростник, простой шнур. Угу. Так, ну, наверное, тогда этим займемся уже в следующей серии. В общем, да, вот такая вот у нас короткая серия получилась. В общем, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Вест. Всем до новых встреч. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.